Вот корова вредная какая. Пошли. За ней все это пестрая. Пестрая корова. А теперь Леша побежал за ними. Они далеко ушли. Надо повернуть назад. Вот он сейчас гонит их. Я не думал, что пойду. Думаю, зеленая, а там старая, не полезет. Нет, она полезла и полезла и полезла. И ушли совсем далеко. И он сейчас оттуда выгоняет их из этого терновника. И делать там нечего, там есть нечего. А вот во всем мире вот это зло. А другие за ней потянулись, ну как, ЦК партии, указание дано. Вот он как далеко гонит. Это далеко. Это метров 400. И залезли, и не вылазят еще. Он пытается выгнать их. Не знаю, как видно, не видно, но мне удобно, хоть не трясется. Я треножник взял поснимать тут. Вот он их выгоняет. Сегодня воздвижение. Это считали в деревне у нас всегда, отец говорил. Это вся тварь сдвигается на зиму. Лягушки, мыши, змеи. Что машет? Это надо ей по боку бичом. У меня собака была, пасли. Та в хвост вцепится и поперла. Они тогда слушают, боятся. А так что она, скотина, будет бояться-то? Леша гоник заворачивает их. Вот она и пасет, одна есть, вторая набивает утробу травяной мешок. А эта одна пошла, и все за ней. А куда идут, они не знают даже. Это, повторяю, метров 380. Не вижу, где он. Вот он.
Вот какая съемка идет. Гонится здесь бык один. Вот. Куда пошел, а? Ну-ка назад. Ну-ка назад, гони его. Ну что? Башка, смотри, завернул башку. Ты палкой гони, гони, гони его. Ой, куда пошел? На перерез перехвати здесь. Не за ним иди вперед. С той стороны беги. Он что, сдурел что ли? Гони. Там куча с горохом. А где палка-то? Его догнать надо. Да гони его до шарпи как следует. Он будет знать. Быстрее кидай палка, то в рукав тебя. О, мимо. Скотина какая вредная все же. Ну ладно, пока. Оставь на этом. Все. Вот сюда вот, встань-ка в траву. Постой, хорош. У меня тут наклонён, наверное, почему-то. Ну вот так вот. Угу. Сейчас. Так, я выезжаю через неделю, я говорил. Если какие-то вопросы есть, то... Можно разрешить, подсказать. Да, это хорошо, что приехали. Хотел вопрос задать, вот хорошо, что приехали, пока время есть свободное. Мне один знакомый там говорит, я его сам не знаю толком, про одного священника, Глеб этот, Грозовой. Грозовский. Или Грозовский как-то вот, ну, и...
я-то не знаю, я хотел у вас спросить. Говорят, что его там 14 лет что-то там присудили ему, там посадили его уже, а он там занимался, говорит, у него детские лагеря были, там что-то с наркоманами занимался. И, ну, как-то ваше мнение, просто человек говорит, это, почему, говорит, ну, вы ничего не говорите, ни в интернете, я-то просто не слежу за этим. И мне интересно, это... думаю, задать, думаю, правда, а почему вы молчите? Ну, конечно, это правильный. Можно маленечко чуть-чуть. Угу. Вот. Я его не знаю. Кто такой вообще, что вот. За... Вот, я только знаю о нем все, что пишут. Лично не встречался, но в интернете встретил, его спрашивают, а кто такой Игнатий Лапкин, и можно ли там читать книги, слышать. Он отнесся к этому вопросу не враждебно, а безразлично. Угу. Ну, зачем нам кого-то искать? У нас святые отцы есть, мы должны считать, и святые отцы есть, и все. Дух Святой перестал трудиться разве? Ну, мог бы сказать, я не считал, но постараюсь. Или почитайте, вы дайте мне главное, о чем. Новгородского батюшку Сергея спросили, так, говорят, вот такой человек, если Игнатий. Они говорят, ну, просто люди на нем, говорят, спотыкаются. Он говорит, люди обращаются, и оно... А священники на него нападают, и такой раздвоенности. Написали в «Черную сотню». Штильмар, кажется, там у них Роберт главный. Так, может, неправильно я называю его. От них один тот даже к нам приезжал. И больше я о нем ничего не знаю. У него, оказывается, он как патронировал или тебя окормлял, там что-то, футбольную команду детскую какую-то, какая-то. А потом там что-то, какие-то гранты, деньги большие отпускали с наркоманами там, и оказалось, что это сектанты. А если сектанты тебя раз другой приглашают и выступать, то явно дело, что ты говоришь не как миссионер православный. Он себя позиционировал как православный миссионер, этот священник, там он патриархийный, у него все хорошо. Но если тебя постоянно приглашают, они, значит, они знают, что ты свой. Это не просто так. Меня один раз они пригласили, и теперь за версту обходят. Вот назначили Академгородок Новосибирский беседу. А там многие уже ходили к баптистам и говорят, ну а православная вера как? Ну, там, а давайте мы сделаем так, диспут православный и баптисты. Те говорят, хорошо, давайте. И на все вопросы наши ответите. Выступать в доме ученых Новосибирский Академгородок. Это мне уже передают, они сами. Ну, пошли договорились, когда? В воскресенье, там, скольких часов. А потом один из них подошел, а у вас не секрет, а с православных кто будет с их стороны? Ну, они, кого они знают, там, Андрей Кураев, Олег Стеняев, там, Осипов, кто будет здесь? То есть, ну, мы даже примерно так узнать. Они говорят, да вы его не знаете, он менее известный. А что, издалека, из-за границы? Да нет, это ваш же бывший новосибирский. Игнатий Лапкин, о, это вы на него вышли? Нет, мы на беседу не пойдем. И сразу решительно отказались, и беседы не было. Ну, а тогда меня пригласили в Академгородок уже без них. Ну, я попутно хочу сказать, как бы отвлечься на это. Я отвечаю на вопросы, а там высоколобые сидят, там, академики, профессора. И вот я по Библии говорю, это книга показывает кратко. Да мы это знаем, там, записки пошли. А один говорит, вот вы сказали, что Библия отвечает на все вопросы, кроме одного. Когда это будет? Ни ангел, ни сын не знает. Сын по человечеству. А вот я не согласен с этим. А я сказал, вот один выступит, потом другой не согласен, и третий. Если я трем отвечу по вопросам, которые вы считаете, что Библия не отвечает, значит, тогда примите то, что я сказал, отвечает на все вопросы. Гляжу на него с таким вниманием, все смотрят. А я спрашиваю, говорю, а кто это? Мне ответили, это он говорит, ходит к баптистам давно уже, у него Библия есть, правда, с Библией. Он один вопрос задает, я ему ответил. Он промолчал. Второй отвечаю, вот как, это, так это, я говорю, святые отцы истолковали. Вот это из Откровения, Андрей Кесарика под Акийской говорит, вот это и прям сильно называю, там, бывает том, назову страницу, проверить можете. А там у них в Академгородке, кажется, Борис Пивоваров, магистр богословия, а может быть и больше теперь он уже, отца Александра Пивоварова, близкого нам человека, который сгорел в машине, родной брат. Ну, вот здесь точно так же. Я сказать могу, ответить могу, но на 100% я не знаю. Значит, тут два варианта, виновен и невиновен. Допустим, он по детским лагерям. Ну, тут я ему, говорит, фору дам вперед на 40 лет.
Я создатель, не чужой лагерь. И каждый год набирал 108-109 детей. А у него там в Греции было где-то. У меня мальчики и девочки. И обвинения в том, что сексуальные какие-то домогательства были или что-то, не было. 45 лет. 45 лет. Так это патриархия нападала большинство-то. Патриархия. А он-то патриархийный, на него не нападали. А тут его так, за мальчики и девочки, за легкой стенкой, ну, слышно все. И как бы он там, рядом девочки спят. А он доказывает, что даже в это время его на острове там и не было, где он был, в Греции. Вот. Я не знаю, не прощу, но если эти доводы правильные, суд не опроверг, что они через стенку рядом, и она не девочка одна спит, а спят там они, как у нас в келье, там 7-8 человек, то это очень трудно было бы что-то делать. Очень трудно. Тем более он женатый, у него дети, приемный ребенок есть даже. Что не нравится, я сразу скажу. Не нравится именно в плане в этом, что можно подумать на него. То, что он стрижет бороду. Там щетина одна какая-то. Это первое. То, что он в этом клубе бегает, поп, прыгает, там играет. У них как бы... Кто не обращается к Богу? Это один день, два. Но если он главный у них там, может быть, как... Я не знаю, назвать. У них это нормальная практика. Посещитель или как? Сейчас только надо будет быстренько сойти, поможет ее ступни, она пошла уже. Это, говорит, Пенчуковская. Да. Размахнись соседу, ты оружие держишься. Она смотрит на тебя, прям зашурши на нее, здорово. Вперед со всей силой. Со всей силой. Вот так. Маленечко, задень ее чуть-чуть. Она отскочила. Назад. Все, хорош. Вот так, отогнал ее, она будет стоять. Вот она поймет, что она сейчас пойдет в ту сторону где-то, я ее пас в день. Самая вредная корова на сегодняшний день. Ну, у меня палка слабенькая, ладно. Да, это надо хорошего, смешная. Поближе стать, ага. Надо, чтобы попасть. Это вот то, что я считаю не в его пользу. Дальше, в его пользу, что я понимаю как? Я скажу, что я не могу сомневаться, даже у меня нет сомнения, что суд вынес правильное решение. Но что тут задействованы другие люди, и поэтому суд может быть на 100% неверный, это, об этом много говорит. Выступает психолог, который работает там по Миннике, она его давно знает. Ну, все свидетельствуют о нем, как о порядочном, о хорошем человеке. И зачем он это лез, когда своя жена там красавица, мать здесь выступает, мать не дождалась, умерла, его даже не пустили на похороны. Сестра на его, что я могу жалеть. Когда я узнал, что его арестовали, он в Израиле, и что дедушка у меня еврей, его все равно наручники надели и привезли сюда, экстрадировали, то я понимаю, что это такое. Я прошел 5 тюрем сам. Так я прошел как политзаключенный. Это знаешь, какой я имел шик перед этими заключенными? 190 прим. А они, знают, 190, это там я убил милиционера, они... Да не убивал я милиционера. Это речь идет о распространении заведомо ложных измышлений, порочащих общественный государственный строй. Ну все равно, отец. Против меня ни одного слова не давали заключенные сказать. В камере старались дышать табак, чтобы не по камере был. Ни одного матерка не было в камере. То есть ко мне особое отношение. А вот таких, как он, их преследуют, давят и насилуют. Папа-мама сделают. А петушат. Я поэтому сострадать могу. Мне дано право. Право от моего Христа молиться. Он находится в беде. Опыта у него никакого нет. Жил он в достатке. И поэтому мне очень и очень жаль. Я молюсь утром, вечером и ночью за него. Господи, укрепи его. Я не прошу ему ни свободы, ни судей там накажи. Зачем мне в это вторгаться? Я не знаю. Но знаю только одно, что Бог знает. 1 Коринфянам, 4 глава, 5 стих говорит, не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. А это во мраке. Вот в суд надо вызвать девочку пострадавшую. Почему она 2-3 года? Уже 4 года он сидит. До суда 4 года. Это вообще, видно, там задействованы кто-то. А те гранты, он, деньги могли в его сторону потечь. А, видимо, предупреждали не раз, отойди с дороги, растопчем. У настоятеля своего просил разрешения там с сектантами работать. Не разрешил, благочинновали. Это тоже не в его пользу. Почему не подчинился? Зачем к сектантам приляпываться? Никак не надо этого делать. Абсолютно никак. Ну а если так случилось, он невинно осужденный,
Ну, 14 лет, это за убийство больше 7 лет не дают. Ну, это да, явное дело. Почему они 2 года не обращались, девочки эти? Одна выступила, проходит какое-то время, еще нашлась одна. Уже сколько времени прошло, третья. И в разных местах якобы было. Она не знает, как сказать. И сейчас ее в суд надо вызвать. А нету, она за границей. Оказалось, мать выехала, на ее счет 100 тысяч долларов поступило. Откуда? За что? Ну, поневоле начинает думать. Ну, а вы к чему склоняетесь? Мне не надо склоняться, я молюсь. Я не могу сказать, сейчас бы сказали твое слово, это президент, освободи его, я бы этого не сделал. Почему? Бог должен вмешаться. За него там разные религиозные организации православные выступали, политические деятели, там я читал, кто есть. Это немало не помогло. У меня помогло вдруг указ президиума Верховного Совета СССР о помиловании. А прошло несколько лет, это в 87-м, 25 марта освободили, а помилование в 92-м году. Так я со льготами, ему льгот никаких нету. И 14 лет. Это даже сказать нельзя по сегодняшним меркам. Он что, восстание против строя делал? А девочка одна до этого уже была изнасилована. А другая там, ее там зашли, где она там, в Фейсбуке или где. Там матерки идет. То есть это не благочестивые слова она говорит. Это тоже говорит о том, что могла быть подделка. А если такое? Да сколько угодно. Вспомните 13 главу Даниила. Судьи. Двое решили ее оклеветать. Так, придется И что? И однако не получилось. Ну да. Даниил мешался. Тут Даниила не хватает, чтобы открыть им. Почти. Так, надо развернуть, пока не ушли даже. Как следует дальше, сверни ее и не... оружие применить к главной виновнице. Вот он погнал их. Это я уже подошел здесь. Все, хорош. Давай сюда. Эй, куда пошла? Заходи сюда. Вот сюда подойди. Ладно, я вообще-то более спокойный посуду. Вот сюда маленько зайди туда, чтобы коров видно было. Сегодня полный фитнес по полной программе. Значит, я знаю то, что из интернета. И никакому мнению не прислушиваюсь. Почему? А как я должен? Я не бог. Но как допускаете, могло быть такое? Но если бы сказали туда и сюда, могло быть 1%, не могло 99%. Но это я человек только так думаю. Но 1% это тоже. Я начальник детского лагеря. У меня была девочка одна, привезли ее, она детдомовская. Так она идет, воспитатель, она прям на шею вешается. Так а у нас мы в церковь ходили, когда там что-то считается, а мы там развлекаемся, уходим. А то они в церковь ходят так. Я говорю, у нас этого нету. Я ее переговорил в машину и отправил. Мне зачем это нужно? Меня обвиняли там, что наказание детей, там жестокость. Прокуратура проверяла, краевая, неоднократно, ничего нету. ФСБ вмешалась, ничего нету. А в уставе написано физическое наказание. Зачем? Это должно быть. Я так и не сдался им. В уставе так, до последнего дня было так, как есть. Вот Глеб, я молюсь о нем. А сказал как? Господи, дай ему силы все перенести. Если он говорил, что ничего не было, а это дело было, прости мне и ложь, что я пытался ввести в заблуждение судей. Хотя о судьях
ну, обо всех юристах. Самые строгие слова, говорит, это вечерние волки, не оставляющие кости до утра, Сафония пишет, пророк. Ну и мы знаем, как это есть. Так, здесь куда залезем. Ну, да ладно, та, пусть, а? Пусть туда, ладно, пусть. Ну, маленько сойдут куда, еще тут. Ну-ну-ну. Лишь бы к воде не подошли. Ну, вот такой мой ответ. Что понятно. Я выполняю миссию, данную мне Христом. Угу. А это, сейчас бы судьи встретили, еще бы им сказал, еще бы не сказал, сказал, убойтесь Бога. Про Глеба бы ничего не сказал, помните, которые судили. Помолиться, может, попросил бы их. Больше ничего не сказал бы. Что вы неправильно осудили, меня судили совершенно неправильно. Отмененная статья, ее законодательства нету. Но по тем временам, и по тем временам я и виновен был, я ложного не распространял. Выступают у меня кандидаты наук. Она говорит, никаких раскулачиваний не было. А когда я вернулся, я ее нашел. Я говорю, Надежда Ивановна, а как же вы говорили? Она говорит, так у меня дедушка был раскулачен. Так а как же вы говорили? Так она заставляли. Так вы же за это деньги получили, за экспертизу-то. Я все узнал сначала. Ну, но только делов-то, говорю, пословица есть, наплевать да забыть. Я когда встретился с судьей, который мне припаял срок, Макаров Владимир Александрович, как твой отец, угу. И он говорит, наверное, всю семью мою проклинали, сидели-то невинно. Я говорю, сохрани Бог, он мне книги купил. Пришел на дом, и, да он разулыбался, что я говорю, да мы молились за вас, о чем речь-то? Туда не проникнешь, где я был-то, а я там был, свидетельство. Я разговаривал с этими, ну, самыми такими верующими, как Александр Огородников, Глеб Якунин, Зоя Крахмальникова, отец Дмитрий Дудко, которые сидели, угу. И спрашивал, какое к ним отношение. Отношения разные, но такое, как ко мне, ни у кого не было. Я проповедовал там, можно сказать, день и ночь. И в тюрьмах, и в лагере. Так что... Вот такое мнение мое. Понятно. Да, то есть получается, что в это, что скажешь, если лично с человеком не встречался. Да. Что можешь сказать? Это просто в любом случае будут выдумки. Конечно. Вот. Свидетель, видеть. А видеть, от слова видеть. А я ничего этого не видел. Но я много про него смотрел, с самого начала слежу за ним. Угу, и угу. Составил такое себе понятие на основе того, что я выслушал друзей, выслушал врагов. Угу, угу. Что он здесь не прав, что не послушал настоятелей. И это горько, а ему сказали, поворота назад тебе нет уже. Он переступил эту грань. Деньги. У нас нигде денег не было, никаких претензий не было. Однажды приехали тут начальники, близкие, представители сельсовета, отошли и говорили, еще-то сказали педофил. Хотя слово педофил означает педо-ребенок, фил любить. Это вы извратили. Педофил это, ну, одно из самых лучших слов было. Угу. Так, вернее, а то я пойду туда. Куда? 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 Это она самая есть. Ну-ка, брякни ее там. Гони, гони. О. Так. Тех, сгони с этой, сгони, они там не нужны. Они привлекают сюда только телят других. Во. А теперь быстренько поверни вот этот край. Они опять вплотную подошли. Наверное, надо вот этих повернуть, вот так, отрезать. Да, наверное, сейчас уйдут опять. Да, маленько, толкани, подойдешь туда. Да, Леха, не бегай, толкани назад. Вот так. Пастух бегает много. Это не просто так. Ну, на этом все.